столица парусного спорта поднимает вымпелы. В Красносельском районе прошла яхтенная гонка на призы главы администрации. Этот 11-мильный спринт, треугольник и петля покажет, кто настоящий морской волк, а кому еще учиться и учиться. Маршрут уже обкатан, да и погода отличная, но борьба за кубок яхт-клуба развернулась нешуточная. За 28 лет формат турнира практически не изменился, зато количество участников неизменно растет. В этом году более сотни корпусов пересекли стартовую линию и отправились к своему первому ориентиру. Популярность парусного спорта в городе возрастает, и мы делаем все, яхт-клуб «Балтеец», чтобы эта популярность была максимальной в нашей стране, потому что мы все-таки крупнейший яхт-клуб в России. Открытая парусная гонка на призы главы администрации Красносельского района, она же Кубок яхт-клуба «Балтеец», самая большая парусная регата в России. Она объединяет 15 различных классов судов. Гонка – всего лишь первый этап традиционного кубка. До закрытия навигации спортсменов ждут еще два состязания, на которых ожидаются иностранные вымпелы. Итоги в яхт-клубе будут подводить осенью, уже на берегу.